Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка очень интересного заказа из интернет-магазина одежды Very Good. Вот такой вот мешочек. Давайте скорее с вами вместе распаковывать. Very Good – это интернет-магазин детской одежды. Ну, знаете, по типу ивановского трикотажа. Там есть и взрослые модельки, но в основном это интернет-магазин детской одежды. И там представлена одежда от... Чувствую, я сейчас мешочком этим здесь накрошу. И в основном там представлена одежда от 1 года до 12. Ну, даже от 0. От 0 до 12. Вот. У меня здесь много очень вещей. Там много, безумно много бюджетного сегмента. Одежда бюджетного сегмента и средней ценовой политики. Но даже средняя ценовая политика, девчонки, она тоже очень бюджетная на самом деле. На слуху такие марки у нас, как Let's Go, Bonita, Детский Бум. Это вот средняя ценовая политика. И совсем прям дешевые комплектики, прям вообще, ну, с копейки. Я таких дешевых еще нигде не видела. Конечно, у меня же здесь одежда для старшей дочери и одежда для будущего малыша. Разорвала мешочек, внутри еще черненький такой. Сейчас распакую, чтобы в кадре не шуршать, посмотрим. Так, накладная сразу хорошо попалась сверху. Буду вас по ценам ориентировать. Так, первое, что лежит сверху, это лосины женские. Ой, это я себе заказала. Есть там одежда для взрослых тоже, есть из чего выбрать. Так, лосины женские. 379 рублей, девчонки. Гонять по дому. В лосинах, конечно, на улице не хожу. Вот. Но гонять по дому мне сейчас очень удобно. Именно в лосинах. Потому что на животик не давят. Это 58 размер. Синенькие, вот так они выглядят. И эта марка у нас Let's Go. Ну, 379 рублей, это вообще ни о чем. Тянутся, все прекрасно. Все отлично, все замечательно, как бы никаких нареканий. Померяем. Слушайте, ну прям отличненько на животик. Все отлично, ничего не давит, очень хорошо сели. И качество, кстати, классно. У меня есть лосины такой ценовой категории, даже подороже. Они какие-то тонкие, а эти прям вот поплотнее, они застирываться будут не быстро. Вообще здорово, мне понравилось. Погнали дальше. Так, что вижу еще? Боди для малышей. На рост 68. Боди здесь, наверное, много. Сейчас будем искать цвет. Боди для девочки Ольга. Нет, не то. Так, боди. Где еще боди? Ну, наверное, оно одно здесь боди. 193 рубля, девчонки. 193. Это вообще красота. Посылочки, кстати, идут из Омска. Там у них находится склад. Довольно быстро, если на праздники не попадаете. Я попала на праздники, пришлось ждать из-за Почты России. А так быстро пришла очень. Так, это у нас бюджетный сегмент, я так понимаю, да. Потому что марку я здесь не вижу. Одежды, да, этикеточки нет, просто вот такая вот бирочка. Но все равно классный боди, то есть на повседневочку такой. Очень хорошенький, смотрите, как все обработано. Рукавчики. Хлопок, что ценно, 100%. Стирка при 40 градусах, все здесь написано. Замечательно, поехали дальше. Так, следующее, что у меня комплект для девочки, это... Это кому я взяла? Маленькой, наверное. Так, комплект для девочки. Это Let's Go. Это уже у нас средняя ценовая категория. Вот сейчас сравним с вами качество, как раз отличается или нет. Комплект для девочки Let's Go 234 рубля. Даже вот эта средняя ценовая категория, девчонки, это и тут цены огонь. То есть можно прям вот затариться только так. Так, на рост 152-158, цвет розовый. 234 рубля вообще. Все удовольствие. Так, здесь трусики и маечка. Ну, сейчас лето, по дому ходить, да? Слушайте, нет, это малышковый, значит, у меня еще один есть комплект для девочки розовый, скорее всего. Да, нет, это малышковый, сейчас будем искать его цену. Вот, размер 68, Let's Go тоже 189 рублей, на рост 68. Вот такая вот маечка и вот такие вот шортики на подгузник можно одевать. Трусики, шортики с резиночкой. Все очень, кстати, ладненько, все хорошо. Ну, для разницы вам, да, сравнить швы. Допустим, на бюджетном сегменте, вот он, и на среднем ценовом сегменте, да, это Let's Go у нас марка 68 размер, очень миленькая, кстати, такая маечка, будет жара, даже вот на улицу в коляске ездить, и вот такие вот шортики, классно, вообще классно, соотношение цены и качества идеальное. Так, что у нас дальше? Дальше, по-моему, маечка одна идет, размер S, а, наверное, бюджетный ценовой сегмент, потому что бирки не вижу. Да, размер S, 69 рублей, девчонки, 69. Рост 68. Я таких цен еще не видела нигде, честно. 69
69 рублей маечка. Вот так она выглядит. А вот швы. Смотрите, какая прелесть. И тоже все прекрасно, я хочу сказать. Прошито. Все замечательно. Все отличненько. Замечательный мальчик. Так, что-то я тут сразу еще достала. А, это водолазка. Водолазку я взяла Ксюше. Вот такую. Смотрите, с бабочкой. И водолазка у нас стоит... Джемпер, наверное, Let's Go 158 розовый. Да. Или... А, нет, свитер-водолазка. Водолазка со стразами Бонита. Размер 9, цвет розовый. 309 рублей, девчонки. 309. За такую цену водолазку не найдешь нигде, наверное. Это Бонита у нас. Мне нравится, кстати, качество Бонита. Очень нравится. Такая средней плотности. Рукавчик. Котеночек. Скоро примерка. На 9 лет. Вот, Бонита. Водолазка. Беру побольше. С запасом. Нам 8 лет сейчас исполняется, только летом. Ну, классно. Классно. Все везде прострочено. Все замечательно. Обработано. Горловина вообще супер. Так, дальше поехали. Вещей много. Тут артикулы, кстати, написаны. Вот наклеили же молодцы производители, чтобы человек не мучился. Потому что я вам опять не то озвучила. По артикулу это платье подростковое, размер 10. 217 рублей платье подростковое. Правда, что я мучаюсь? Вот молодцы, какие артикулы наклеили, да? Можно по артикулу в накладной смотреть цены. То есть, ну, вообще платье 217 рублей, да? Я вам сказала, на лето. Смотрите, какая прелесть. Оно получается под грудь и пристрочно. Видите, пристрочка такая. Вот такая вот красота. Очень мне понравилось на сайте. Причем есть в разных расцветках. То есть низ серый, а верх может быть и бирюзовый, и вообще любого цвета. Это Star Kids, 100% хлопок. Супер платьишко. Дальше. Так, лосины для девочки. Лосины подростковые на рост 152, 230 рублей. Цвет синий. Это тоже Let's Go фирма. Ой, они такого же качества, как у меня. Они у нас одинаковые с ней будут. Да. Они абсолютно одинаковые. То есть, вот видите, они плотненькие прям. Они не светят. Но вот даже если с васильком сравнивать, который последний раз мы там брали лосины, они потоньше, здесь поплотнее. На рост 152 тоже взяла побольше. Сейчас померим, покажем. По длине, конечно, еще запас прям такой большой, может быть, и на вырост оставим. Так, следующее что-то красивенькое у нас тут. Это костюм детский Флоренс. Это детский бум. Марка у них даже, смотрите, пакетики подписаны, здорово. Красивый такой оранжево-коралловый костюмчик. И стоит он у нас. И стоит этот костюм 484 рубля. Это, наверное, самая дорогая покупка. Да, 158 размер и цвет коралловый. Достаем. Здесь у нас футболка. Вот такая вот красивая. С дырочками, то есть как спущенная плечика, да? И здесь такая рюшечка. Очень здорово. Швы прекрасно обработаны. С этикеточкой. Такой принт веселенький летний. Вот такая футболочка. Сейчас все тоже померим. И к футболке у нас идут очень красивые яркие шорты. С поясочком. Они как юбочка шорты даже получаются. Смотрите. Причем резиночка прострочена. Переворачиваться не будет. Лямочки для поясочка. Они очень приятные. Они очень приятные на ощупь. Вообще просто супер. И вот он сам поясок здесь вдет. Очень красивый костюм. Мне кажется, этот костюм прям, да, вот он за 400 рублей. Он так и стоит. Так, дальше. Что-то малышковое в размере 62. Это 100% хлопок. Так что это? Бодик какой-то зелененький. Сейчас мы найдем его цену. Это, наверное, тут... ползунки для девочек на кнопках. Нет, не ползунки. В общем, мы с вами сейчас сначала распакуем и посмотрим. Похож на ползунки, да. Девочка в туфлях, оно. Это ползуночки, конечно. В размере 62. Вот такие маленькие, прекрасные. Зелененький комплектик. Да, здесь на кнопочках. 118 рублей. 118 рублей вообще. Потрясающе, да. Очень миленько. Прям потрясающе. Так, следующее. Вот ты подожди, показ начнется чуть позже. Брюки для девочки, это я взяла для Ксюши тоже. У тебя сейчас много мерить придется, поэтому терпите. Размер 152, серый 100% хлопок. Так, брюки подростковые для девочки 453 рубля. Они прям добротные, я вижу даже через упаковку. Спортивные такие штанишки. Это у нас Let's Go. Ой, какие плотненькие. Прям на прохладную погоду можно, смотрите.
такие достаточно плотненькие. Вот такие спортивные штанишки с поясочком. Так, внутри, резинка у нас сама по себе, вот она. Внутри резинки нет, она вот резинка пришита. И можно утягивать на поясочек. Кармашки. Внизу резиночка. Вот сейчас бегать на улицу. Вот пойдешь сегодня в новых штанах, котен. Вот в этих сейчас все померяем. Кататься на скейте на своем новом, в новых штанах. Прелестные девчонки платьица, тоже let's go. Это для девочки 74 рост, для нашей будущей розовая. 316 рублей. Я помню, что она очень-очень красивая и миленькая. На вырос, под конец лета будет в таком коляске ездить. Хотя, ну, может, не под конец. Почти сразу после рождения. Смотрите, какая прелесть. Она такое все в валанчиках. Такое вот пышненькое. Вот юбочка какая. Смотрите. Очень красивый принт с блесточками. Прям красивый рукавчик такой миленький. Здесь кнопочки на одной стороне. Это вот у нас let's go. Очень милое платьишко, да? Да. Держи. Совсем маленькое. Так, поехали дальше. Что-то для котеночка снова красивое, розовое. Это джемпер. Джемпер для девочки подростковой, 441 рубль. Тоже классный, вижу очень. Кофточка. Джемперочек вот такой. Очень красивый. Ну, грубо говоря, толстовочка, да? Смотрите, какой ворот. Как обработана горловина. Очень хорошо вообще. Это у нас let's go. Горловина обработана просто шикарно. Это прям вот для меня это всегда показатель знака качества. Резинка на рукавах, резинка внизу. Очень красивый нежный джемперочек. Вообще супер. Свитер водолазка 302 рубля. Вот такая темно-синяя, белый горох. Это тоже let's go. В школу можно такую, мне кажется, прелестно. Просто прелестно. Под сарафанчик. Замечательно. Горлышко, рукавчик, швы. Очень красивая водолазочка. Поехали дальше. Это еще не все. Там еще полно. Ну, когда такие цены видишь, мне кажется, грех не взять. Так, футболка белая. О, это я взяла для школы на следующий год уже футболку, потому что мы занимаемся на физкультуре в черных штанах. У нас форма белой футболки. И вот футболку я взяла уже на вырос на следующий год в школу. 152 размер, 165 рублей. Это тоже let's go. И вижу, также горловина круто обработана за такие деньги. А я брала белую футболку на этот год, мне кажется, самую дешевую. Тогда на Вайлдберри за 200 с чем-то рублей. То она не такого качества. Смотрите, как горловина обработана тоже. Видите, как здорово. Вот футболочка. Это нам на следующий год на физкультуру. Да, вот такая футболочка. Класс. Супер вообще. Во второй, да. Так, дальше. Дальше что-то розовенькое. А, комплект для девочки. Майка на бретелях и трусики. Вот как раз комплект. Нет, мы это не показывали. Так, сейчас мы найдем цену на комплект. 234 рубля. Это тоже let's go. Вот по дому щеголять. В маечке, в трусах. Ну, как пижамку можно, да? Когда жарко. Это маленькая. О, какая красота. Это кому? Это тебе. Я почему маленькая? Блин, какая большая маечка. И трусики. Такие с глубокой посадочкой. Да, как пижамку. Прям вот вообще, когда жарко, можно спать. Смотри, какая прелесть. Угу. Дальше. Платье. Вот, мы с тобой выбирали. Очень красивое. Мне на сайте понравилось. В размере 146. Платье для девочки. Так, 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 так. 316 рублей всего оно стоит. Я думала, будет дороже. Уже забыла. Красивое летнее платьишко. Оно там в разных расцветочках тоже есть. Очень миленькое. Так, расправляйся. Смотрите, какая прелесть. Цельнокройный рукавчик. И вот такая вот юбочка синяя внизу. Тактильно тоже очень приятная. Ну, хлопок летом, это прям вот милое дело. Let's go, да. Красота. Так, дальше. Чуть-чуть осталось. Осталось всего три позиции. Это футболка нашему папе. Да, мне леггинсы, папе футболка. Хотя по цвету она мне к леггинсам подойдет, конечно, больше. Так, футболка. Мужская, 459 рублей, размер 58. Есть там мужские футболочки, тоже разной ценовой категории. Тоже let's go. Тоже делают, видите, не только детские, но и взрослые вещи. Она не маломерит, мне кажется, она прям такая большая. Такой вот принт красивый, синяя футболочка. Как бы все замечательно. Отличненько. И осталось у меня два полотенчика. Взяла для ребенка. Так, первый коралловый полотенчик у нас где?
Где? Где полотенце? Полотенце махровое, 132 рубля. Это у меня размер 50 на 90. Узбекистан, наверное, да? Есть этикеточка? Так. Не написан. Или написан? Город Омск. Да, Узбекистан. Мне нравятся их полотенца, кстати. Очень даже приличненькие. Вот такое полотенчико. Ну да, такое оно маленькое. Так, вытираться. И я взяла еще полотенчик. Ладно, котен, ты меня чуть не убила. Полотенце для крещения. Вот такое беленькое. Сразу в запас. У меня уж все готово. Для крещения даже крестик есть. Так, полотенце махровое для крещения с уголком белое, 512 рублей. Вот такое. Размер его не пишут. Не пишут, девчонки. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. Кому такое надо, прям... Прям везде дороже, конечно. Так. Ой, оно с петелечкой. Смотрите, как удобно. С окантовочкой хлопковой. С довольно широкой. Очень удобненько. Вот такое квадратное полотенчико. Ангелочки. Здесь нарисованная петелечка. Вот молодцы, даже с петелечкой. Смотрите, какая прелесть. Это вышивка с золотыми нитями. Очень красиво. Мне нравится. Прям вообще супер. Класс. Так, ну что, теперь примерки. Ну, платье написано, да, но она больше нам как туничка, даже по росту, хотя там 146, а у нас рост еще 130, да, она больше как туничка такая, вот с леггинсами, такими же, как у меня, вообще классно, нормально. Ну, поворачивайся, поворачивайся. Удобно? Да. Нравится? Да. Ну, красота? Угу. Платье вообще огонь. Хотя вот оно 146 тоже размер, да, и прям вот вообще классно. Летом бегать с тапочками, с босоножечками, с какими-то, очень красиво вообще. Ну, покружитесь валанчиками. Классно? Да. Свитшоты, штанишки, целый комплектик собрался. Вообще красотища. Мне очень нравится. Свободненько, запас внизу еще есть. Кармашки там покажи на штанишках. Нет. На штанишках. Да, это не достало. Ну, подними что-то. Вот. Да. Удобненько, да? Очень красиво. Серый с розовым прям сочетается, как будто это полноценный комплектик. Повернитесь. Кто? Это не гантельки, это просто запасик такой есть. Повернитесь задом, пожалуйста. Красота, здорово, очень красиво. Водолазочка синенькая, просто прелесть, в горошек. Красота? Очень комфортная к телу, приятная, да? Ага. Ну, поворачивайтесь. Вот под сарафанчик можно в школу такую водолазочку красивую носить. Мы позируем в розовой водолазочке. Она такая достаточно плотненькая. То есть можно прохладное время года. Улыбнется нам кто-нибудь? Класс? Угу. Вот летний костюмчик, кстати, очень классненький. Мне прям он понравился. Есть еще запасик. Опачки, опачки, какие рукавчики. Угу. Какая красота. Повернитесь, пожалуйста, покажите нам шортики с бантиком. Угу. Вот он бантик, да, мы завязали. Классно, можно заправить, кстати. Заправили. Очень симпатично, кстати, так тоже смотрится. Дамочка. Супер, супер, красота. Ну вот и все, мои хорошие, померили, посмотрели. Я всем прям очень-очень довольна, особенно ценами. Соотношение цены и качества прям огонь. Заказ делать, кстати, на сайте очень просто. Проходите простую регистрацию, оформляете заказ, выставляют счет, но все по привычной схеме. Но плюс еще в том, там есть круглосуточный менеджер, то есть есть прям окошко сообщений. Даже когда вы впервые заходите на сайт, менеджер спрашивает, нужно ли вам чем-то помочь, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, отвечают быстро. Как бы в этом плане все хорошо. А ссылку на сайт оставлю под видео. Проходите, знакомьтесь с ассортиментом. Я прям очень всем довольна. Обновок столько для детей, да? Если видео было вам полезно и интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.